Всем привет, друзья мои, с вами Антон на канале Антон Фриланс. Вот, я рад вас видеть, спасибо, что вы смотрите мои видео. Вот, сегодня, как всегда, я нахожусь в Паттайе, Таиланд. Вот здесь вот Пратамнак, вот виден пляж Пратамнак на Сои 4. Интересно там пляж, там не так много людей. Вот, я там обычно сплю, вот сегодня уже тоже спал очередную ночь там. Очень хорошо выспался, чувствую себя замечательно. Вот, вчера с Джоном медитировали, подключились к потоку, вот, получили новую информацию, вот, зарядились энергией, вот, энергией любви и счастья. Так что, в принципе, мы тоже источник любви и счастья, вот, пополнили себя. Вот. Сегодня мой второй день голодания. Вот, хотел сказать, ну, вчера прошел день. В принципе, я ничего не ел, пил воду, выпил один маленький энергетик. Да. Я ничего больше не ел. Вот. Сегодня чувствую себя замечательно, бодренько. Вот, как говорится, с утра у меня на животе ничего не бурлит, не жмет, там вообще свободно, спокойно себя ощущаю. Вот. Бывает там, наверное, в день, один раз в день там. Просыпается организм, просит есть, вот где-то в районе 2-2 часов дня. Вот, ну я в этот момент покупаю водичку или сок, вот, и пью. Ну, можно сказать, наверное, будет мое голодание, это не сухое, конечно, сухое это вообще тяжело, в Таиланде вообще жарко. Вот, а вообще сушняк будет конкретный. Вот. Можно сказать, мое голодание будет на воде и чуть-чуть на соках. Вот, на соках. Буду стараться пить воду побольше и немножко соки. Вот. И все, в принципе. Вот. В общем, цель у меня голодания месяц проголодать. Вот. Ну, там посмотрим, как пойдет. Ага, вот так вот. Ну, конечно, ощущения, как всегда, я уже не первый раз это делаю, классные, потому что бодрячком себя чувствуешь, мозг очищается, это мысли очищаются, вот, сознание это увеличивается, и приходят разные интересные, хорошие планы, действия, мысли, вот, и заряжаюсь зарядкой, энергией, все вот лучше визуализирую, вот, и планы свои быстрее, я думаю, достигну так. Вот. Ну, в общем, такие дела. Вот второй день. Вот. Хотя на самом деле уже и не второй. Ну, будет официально считаться второй. Да, в принципе, это и вообще не важно. Вот. Потому что если стремиться к неедению, там уже не важно. Месяц, два месяца, год, три, четыре. Какая разница? Ха-ха. Да, в принципе, мы все равно едим. Вот я. Опа, не скушал. Ха-ха, прану скушал. Там всякие моллюски, там всякие микробчики, там всякого такого скушал. Вот. Вот, так что, что, надеваем небеса на землю, вот, и просветляемся, вот, не забываем своих родственников, друзья, вот. Желаю вам любви, счастья, добра, процветания, вот, повышать свои это энергетические запасы, вибрацию и все такое. Вот. С вами был Антон на канале Антон Фриланс. Вот. Я вас всех люблю. Всего вам хорошего, удачи, всего, пока-пока.